Америке находится, и в разных технических приборах и в игрушках их много, какой они вред приносят природе, что их нужно сдавать. Специальные магазины есть, где значит, стоят для сбора батареек. Ну, а в детском саду мы себе, вот все, что мы собрали, мы, конечно, тоже сдадим. У нас здесь недалеко принимают батарейки. На утилизацию отправляют, специальную утилизацию. То есть их так в природе, их, конечно, оставлять нельзя. Ну, вот видите, для родителей именно это причина рака. Они, что мы не видим, как мы обычно, то, что мы не видим, мы о чем не знаем, что дальше происходит с предметом, то как бы нам и не страшно. Почву отравляют. Да, очень почву отравляют, потом все это в воду попадает и так далее, типа пищевой цепочки. Вот, сегодня у нас, видите, сколько мы собрали батареек, это вот со всего детского сада, и сегодня мы с вами проведем процесс взвешивания, узнаем, сколько их здесь всего, и потом в каждой группе мы вот сейчас все зафиксируем, сколько у нас оказалось батареек, сколько было собрано. Так, для... Можно здесь в медкабинет? Можно. Пару человек.